Всем привет, ребят. Ну что, есть обновление уже на Тайване. Поехали. Посмотрим его. Какие у нас будут первые впечатления от обновления. Тоже интересного на MyGG приготовил. Новый фон загрузки. Вот так вот он выглядит. Сделаю себе чуть-чуть потише. Такс, поехали. Не забывайте, еженеделька есть. О, сюда вставили рекламу. IGG уже ничем не удивляет. Просто вот трэш. Это типа, если я сейчас нажму еще раз просмотреть. Ну, это нормальное явление для игр. К этому мы уже привыкли. Мне интересно, что это даст. Два роллинга, ребят. Это, блин, это плюс. Это однозначно плюс. Такс. 7 дней у нас уже длится, и у нас должны были добавить новые левела. А где они? Где новые левела? Да вы чё? Прикалываетесь. Наверное, всё-таки они будут добавлять эти левела. Да, вот видите, поменяли награды немножко. Петь хладного в первом можно получить, во втором можно получить, понятно. И здесь эмблемы нового таланта. Понятно, идем сразу сюда. Посмотрим на двоих новых героев. Такс, давайте сделаем так. Этот герой, вот коса, бесплатный, что по жизни, 4500, 1200 скорость атаки, жизни не так уж и много, бег 350. Вот такой, это донатный, ну более-менее такой танк, по статкам тоже средненький. Ну в принципе неплохо. Что они делают? Богиня, это вот эта вот богиня. Трансформируется, обездвиживает, уменьшает скорость и крит удара противника. Входит в форму, в принципе, как Феникс. Трансформирует, увеличивает скорость атаки. Весь получаемый урон игнорирует. Трансформация длится, невосприимчив к оглушению, молчанию, эффектам уменьшения энергии. Бедствие также уменьшает урон, а восстанавливает максимальный. Так, смотрим, что на 14-м. 100%, 10% от хила, судя по всему. Или 70%. Ну, не знаю. Надо будет получить, посмотреть. Морозная коса. Это у нас второй герой, который наносит атаку вражеским целям в зоне перекрестия, увеличивает всем дружественным героям мощность атаки и скорость атаки. Ну, бафер, по сути, как хрон. Где-то плюс-минус обеспечивает щит. Герой обеспечивает щит каждых секунд, неуязвимый в течение следующих секунд, невосприимчив к оглушению, заморозке, окаменению, запутыванию, рассеивается, то есть можно снимать. Герой уменьшает уклонение вражеских героев. Ну, такое. Посмотрим. Посмотрим. Увидим уже на русском сервере полноценное это. Что по наградам здесь у нас? Здесь у нас идет хладный. Здесь у нас идут новые эмблемки. Поехали дальше. Вот так вот они выглядят на эволюции. Талант. Самое интересное для меня это давайте на пятерке. Добавляет 20%. 24, то есть чуть-чуть меньше, чем стойкость, 30% дает крит сопротивления. В то же время уменьшает исцеление 5 героев. Фига себе. Нормально, 120, 75%, 5 героев. Кулдаун, судя по всему, 5 секунд.
На 85% на десятке. Ну, это круто. Если 5 целей, блин, это очень круто. Правда, кулдаун есть, но нереально. Нереально интересно будет. А, поехали дальше. Поехали сразу же с Чаркой разберемся. Вот она новая чара. Трем целям дает, наверное, скорее всего, образом ввергает в кому, скорее всего, три цели на 2 секунды, кулдаун 5 секунд. Ну, я не думаю, что это будет что-то интересное. Такс, новый супер-пупер пэт. Поехали, сейчас посмотрим. Посмотрите, везде уже сюда анимашку даже добавили. Ну, полезность то, что две бесплатки. За счет рекламы. Это они, конечно, лепят полным ходом уже. Так, посмотрим рынок. Добавилось новое? Нет, не добавилось. Здесь обновление после рынка идет, поэтому они не добавляют. Так, супер пэт, это мой. Может, его словим, кто его знает. Не везет нам, не словили. Такс. Вот так вот. Где ты? Вот так вот он выглядит. Ну, довольно-таки интересный атакующего плана. Наносит урон вражескому герою, окружающему герою, увеличивает урон, то есть и дебафит. Так, хорошо, с этим разобрались. Облики я вам показал, не показал. Два новых облика, вот так вот они выглядят. 10 новых испытаний. Ну, посмотрим, как оно будет отображаться. Это интересно. Поехали дальше. КБшка. Королевскую битву добавлены новые монстры и новые награды. У меня тут 13 уровень. Сразу мы торгаша словили. Вроде все так же, как и было. Не знаю, изменений каких-то особо нет. Я просто в КБшку уже давно не бегал. Поэтому я тут не скажу, я уже давно не фанат этой локации. Наверное, как и 99% игроков, они сюда просто не заходят. Так, по 50 миллионов. Это... Давайте попробуем. Ого, нифига себе, сколько там Рину и остальных. Может, где-то новые монстры будут, не знаю. Смотрим. Обещали новые плюхи здесь. Непонятные какие-то итемы. Выбор сундука какой-то странный. Типа может выпасть что-то лучше. Так, сменка. А по плюхам сейчас посмотрим. Я что-то не посмотрел, сколько кристаллов. Мне говорили там про увеличение кристаллов. Здесь
102. Не знаю, это больше или меньше. В общем, напишите, ребят, в комментах, у кого приблизительно такая же КБшка. Я не знаю, просто я давно сюда уже не бегал. Я забил на эту локацию. Как по мне, она бессмысленна. Ну, я пока, честно говоря, ничего не вижу. Может, у меня лавел маленький, это надо будет на русском сервере. Там максимальная КБшка. Там посмотреть. Ну, с такого я ничего не вижу нового. Сейчас еще сундук заберем. Может, в сундуках что-то где-то таится, не знаю. Система максимального здоровья. Смотрим, что там такое. Исправлена и изменена система максимального здоровья, чтобы сохранить навык героев таланта. Изменение дополнения аномальных предметов было немного увеличено. Следующим героем Фрея, Зефирик, Кровавая Мария и ПБшка. Не знаю, что это означает. Но смотрите, сколько таргашей. Прям выскакивают один за другим. Так, золотых ключей у меня здесь нет. Поэтому открываем то, что есть. Ну, не знаю, падают вроде итемы. Я не знаю, что по итемам. Пишите, кто бегает в КБшку. Вы отсюда достаете. Я уже на русском гляну на полной прокачке. Так, давайте посмотрим на Фрею. Что у нас тут по Фрее? Изменена система. Фрея, Зефир, Кровавая Мэри и ПБшка. Интересно, 138, 930. Ну, это стандарт. Зайдем на версию. Глянем здесь. 38, 11, 970. Вроде то же самое. Не знаю, что это означает. Может, где-то бонусация какая-то, но фиг его знает. Пока неизвестно. Так, прорывов и прочего они не добавили нам. Я надеюсь. Пока 80-й. По скиллам понятно. По прорывам. По прорывам все максималка. Так, линия обороны понятная. Оптимизация интерфейса таланта. Не знаю, что это означает. То же самое. Я не знаю, к чему это относится. Исправлена функция при создании команд в командных локациях. Посмотрим на командные локации, создать команду. Не знаю тоже, что это означает. Вроде все то же самое. Может, есть какие-то изменения? Пишите на по этому поводу в комменты, потом посмотрю. Уведомление об импичменте лидера. Это голосование, короче. Он там входит. Ну, это такое. То есть вам придет уведомление, что вас хотят скинуть. Максимальное количество алтаря увеличено. Вот и все. Вот и вся обнова, ребятушки. Ну, не знаю, вроде ничего такого критичного нет. Я пока, по крайней мере, не нашел ничего интересного. Какая-то такая средненькая обнова, значит, следующая будет бомбящая. Пишите комменты, ставьте лайки. У кого есть новые герои, кидайте, пишите, кто выбил. Затестирую. Всем удачи, всем пока.